Что, дорогие друзья, делать, если мы видим вот такую вот ошибочку ассистента Google? Окей, Google, позвонить Давид. Все, теперь приступаем к решению. Дорогие друзья, ассистент Google с вами открываем. Нам нужно, что нам нужно? Ну, да, нам нужно сами настроечки. Вот когда вызвали настроечку, вот теперь нажимаем на свой аккаунт. Попадаем в настройки. Здесь нужно выбрать языки. Язык выбираем. И теперь, смотрите, у меня стоит русский и английский. А нам нужно, чтобы вначале у нас был английский. Ставим вот сейчас, смотрите, где он тут, English-то. Вот он, English. English, Штаты. И добавляю русский вторичным языком. Вот он, пожалуйста. И теперь... Уже смотрите, что у нас магия просто получается. Окей, Google. Позвонить Давид. Дорогие друзья, решается данная проблема очень просто. Лайк, подписочка, пожалуйста, колокольчик. Ну, спасибо! Вам за это.